Почему взрослым быть трудно? Потому что нужно заботиться о своих родных, выбирать подарки для детей, которые они хотели. И они должны думать, как они. Может, надо работать, ухаживать над детьми, готовить еду, пылесосить. Когда надо водить детей в детский сад. Когда они на работе, им очень трудно. Взрослым быть трудно, потому что надо готовить еду, воспитывать детей, учить с ними уроки, отводить в сад, приводить их из сада. Потому что слишком много работы. Надо всегда какие-то документы записывать. Надо всегда стихи учить на праздники в детский сад. Потому что ее нужно готовить, мыть посуду, ходить на работу, работать. Потому что надо всегда готовить еду, убираться в доме. Что надо ребенка отвозить в садик. А когда взрослым хорошо? Когда у них выходные. Езжают без нас в какой-нибудь отдых. Когда они отдыхают. Когда они отдыхают, а ребенок, например, в садике, когда им ничего не надо, они встают и просто лежат и смотрят телевизор. Если родителям не сложно работать, они могут раньше прийти. Почему ты хочешь быть взрослым? Готовила еду. Винегрет. Потому что они спят на мягких, больших кроватях. Я бы поздно засыпал, потому что я люблю поздно засыпать, а потом рано просыпаться. Потому что можно делать, что захочешь. Например, она идет куда-то Новый год праздновать, и она красится, и я тоже хочу покрасить.